Финальная университетская смена в Армавире подошла к концу. С 1 по 11 августа в городе отдохнули 15 школьников из Луганской Народной Республики. Кроме прогулок и развлечений, ребят ждала образовательная программа и серия учебных лекций. Я искренне надеюсь, что когда-нибудь мы, пусть не в таком составе, но с кем-то с вами встретимся вновь. Я искренне надеюсь, что все те мероприятия, которые для вас проводились, все те учебные занятия, которые сопровождали вас в первой половине дня, они оставят в ваших сердцах то тепло сердец армавирцам, которые мы дарили, и Армавирского государственного педагогического университета, который мы дарили вам на протяжении этой смены, всегда сопровождало вас. Летний лагерь для детей Донбасса был организован педагогами вуза при поддержке Министерства науки и просвещения Российской Федерации и администрации Армавира. Ребята смогли пообщаться с руководством города и рассказать о своих впечатлениях. В последний день смены гостей приветствовал председатель городской думы Александр Поляков. Мы ждем всех вас еще раз в гости. Мы хотим дружить. Передайте вашим старшим, что Кубань, Армавир – открытое сердце. Перед отъездом организаторы подвели итоги. Каждый участник получил диплом и сертификат о прохождении образовательной программы Минпросвещения. Многие из них увезут домой много новых впечатлений, а некоторые задумались о возможном обучении в ГПУ. Мне понравился университет. Тут очень классные учителя, классная техника, оборудование, все очень классно. Дружные студенты, тоже гостеприимные. Я хотела бы сюда приехать, но так как от моего дома сюда 16 часов, я еще не совсем уверена, что я сюда приеду. А так я хочу стать учителем. Либо это дошкольное образование, либо образование начальных классов. Профориентация – одна из основных целей университетской смены. Этим летом город принял 3 группы детей Донбасса. Всего более 70 человек, а также педагогов из Донецкой и Луганской народных республик. И вполне вероятно, что часть подростков вернется в Армавир уже в качестве студентов. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.